Сегодня означается самое романтичное свято – День Святого Валентина. Каждый мкнется сделать для своей другой половинки нечто особливое. Оригинально признаются один одному у кахання, дарят приемные подарунки и валентинки. Многие марят менавіта у гэты день заключить шлюб. У Гомеле сегодня гэта зробят 35 закаханных пар. Самая великая колькость жадающих поставить штамп у пашпорте сёлета у отделе ЗАГС администрации Советского района – 15 пар. У ЗАГСе Гомельского гарвыканкама запланована 9 регистраций. Сярод жадающих звязать себе вузами шлюбу менавіта у день святого Валентина, Олег и Татьяна. Яны познакомились на работе, и праз год службовый роман привел их у ЗАГС. Именно в этот день мы хотели, чтобы у нас все было красиво, романтично. То есть на 14-е вот железно хотели? Да, за 3 месяца очередь заняли. Вогуле зараз да пытання жанитьбы молодые люди стали подыходить больше отказно. Средний узрост молодых 27-29 годов.